25 марта в России чествуют работников культуры. Это те люди, которые стоят на защите духовной безопасности страны. Они сохраняют и приумножают все то прекрасное, что наши предки создали за многовековую историю Руси. Каждый день, каждые выходные и над сутками наши работники культуры делают все для того, чтобы наши люди радовались, получали удовольствие от этой жизни и понимали, что все будет хорошо. Губернатор Вячеслав Гладков наградил заслуженных работников культурной отрасли и народных мастеров региона. С праздником вас, дорогие! Счастья вам, здоровья, успехов в реализации всех ваших планов. Я уверен, что количество людей, которые будут к нам приезжать и получать вот радость от общения с вами, с истоками русского мира, их будет с каждым годом все больше и больше. Наталья Сергеева работает заместителем директора по творчеству Дворца культуры «Энергомаш». Отмечает, что в их учреждении трудятся люди, которые любят свою работу и каждый день стремятся сделать ее еще лучше. Сегодня губернатор вручил ей премию «Мастерство, творчество, успех». Конечно, это очень приятно, это тебя вдохновляет на новые победы, на новые грандиозные проекты, мероприятия, и, конечно, это очень хорошо. Но на вручении наград и выражении слов благодарности и признательности за работу дело не стало. Тех, кто каждый день готов дарить праздник людям, поздравили коллеги по цеху. Свои номера собравшимся во Дворце культуры «Энергомаш» подарили творческие коллективы города и области. Сергей Елисеев, Дмитрий Ярема, Белгород Медиа.